благоприятен для людей, родившихся в годы тигра, кролика, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день строить дуган, субурган, почитать три драгоценности, совершать подношения, завершать начатое дело, составлять договор, брать обещания, встретиться с любимым человеком, переправляться через реку, проводить обряд жаптуй, а также проводить похороны и поминки. День неблагоприятен для людей, родившихся в годы коровы, дракона, овцы и собаки. Не стоит в этот день устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, приводить невестку или отдавать дочь в невесты. Отправляться в дорогу – к приумножению материального богатства. Стрижка волос – к удаче, везению в делах.